Добрый день, зрители нашего канала. Вот мы находимся у Абдулы в поселке Нтымак. В данном случае это экспериментальная теплица, но мы видим, что все-таки одному гибриду здесь посвящено гораздо больше места. Это гибрид Cherry Arbustar. Он его сажал весной, он его сажал осенью. Как он говорит, это неубиваемый гибрид. И в том году мы на одной кисти насчитали 153 помидора. Мы видим даже нижние кисти, видите, какие сложные тут. То есть это вытянутая сливка, грамм на 15, да, то есть очень урожайный, очень живучий. Нифига ничем не поражается, то есть вот просто неубиваемый, да, гибрид. И бешено урожайный. Сейчас мы будем наблюдать, что? То есть к середине апреля, там к маю будет вообще очень сложно, четверные кисти будут идти. То есть плодов будет на кистях очень-очень много. Поэтому это интересная тема, чем, ну, как бы заменить китайский черри, потому что надо все-таки рынок свой завоевывать, чтобы не было китайского черри, чтобы наш шел. И, соответственно, рынок будет увеличиваться, то есть там кабачки, черри, будет это. И теплиц может будет стоить больше и больше. Это будет увеличиваться площадя, и у людей будет работа, то есть занимая импортные нашим, да, то есть вот поэтому один из вариантов, вот Arbustar, который уже коммерчески интересный гибрид. Обязательно обратите внимание, мы вам будем показывать несколько раз. Можете приехать к Абдуле всегда его посмотреть. Действительно, все шикарнейшие черри. Рост, смотрите, одинаковый. Да, рост, вот смотрите, очень-очень одинаковый. И я говорю, что хорошо, что обычно как бы там. Все-таки это больше надо понять для штучного сбора. Ну, вы поймите, да, что черри процентов на 90 потребляется кафе, рестораны, да, то есть все делают. Вот смотрите, сложные кисти, вот они уже идут снизу, да. Вы видите. То есть, соответственно, им нужно именно штучный, им не нужен этот кистевой, там где там, ну, пусть там сколько, ну, максимум там 18 плодов. Здесь очень много плодов.